Сегодня в Чувашии с рабочим визитом находится делегация Удмуртской республики. Гости посетили предприятия и даже сыграли с командой правительства нашей республики в хоккей. Впрочем, обо всем по порядку. Начался визит со встречи с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Хоть и не соседи, но очень похожи по многим показателям. Так говорили про Чувашию и Удмуртию представители обоих регионов. А значит, опыт одной республики можно и нужно использовать в другой. Нас интересует все по Чувашской республике. В первую очередь, конечно, здравоохранение. У вас есть тут передовые технологии, которые принимаются уже не первый год. Мы работаем и сотрудничаем и в области культуры, сельского хозяйства, в области промышленности. Не надо изобретать велосипед, как сказал глава Чувашской республики. Надо учиться друг у друга, а учиться есть чему. Представители Госсовета Чувашии, в свою очередь, заинтересовались законотворческими инициативами удмуртских коллег. Мы в Госсовете подготовили законопроект, посвященный как раз вот комплексной межведомственной медико-социальной реабилитации инвалидов, и в котором мы предполагаем скоординировать вот деятельность всех 9 вот этих ведомств. И надеемся, что вот эта работа приведет к тому, что уменьшатся бюрократические барьеры, и инвалид получит более эффективную реабилитацию. Очень неплохой пример по поводу оптимизации расходов на уровне муниципалитетов, на уровне поселкового совета. Михаил Игнатьев отметил, регионам важно работать вместе, чтобы подобные инициативы выходили на федеральный уровень. Отныне делать это будет легче. Стороны подписали договор о межпарламентском сотрудничестве. Впрочем, соглашение открывает возможности не только перед законотворцами. Предприниматели Удмуртской республики у нас работают, наши предприниматели в Удмуртской республике или других регионах работают. А тем самым мы улучшаем качество жизни людей, создаем новые рабочие места. И реальный сектор экономики в целом Российской Федерации развиваться будет лучше.